Після того, як ми пригостили себе яскравими та смачними коктейлями на літній веранді розважального центру «Компас», ми продовжуємо не менш яскраву ніч у клубі «Компас». Нагадую вам, що з вами Яна Олізаренко та програма «Паті Тайм». Люблю субботу, но за то, что в субботу можно уже, в принципе, окончив неделю, можно действительно отдохнуть. Можно немного расслабиться, выпить, познакомиться с новыми людьми. Девушки, классический отдых в субботнюю ночь, вечер. Для вас это что? Ну, это, в первую очередь, классная музыка, классная атмосфера, новые люди, молодые люди, красивые люди. То есть, я так понимаю, вы говорите сейчас о Компасе? Да, это отдых в Компасе. Здесь классно. Ну вот понятно, ты можешь здесь работать с понедельника по воскресенье, например. Работаю два дня в неделю. Пятница, суббота. Хорошо, пятница, суббота. Вот мне все-таки интересно, в субботу настроение другое у людей или нет? Начнем с того, что людей больше в субботу, и музыка дает свое, и я думаю, да, настроение лучше. А люди? По краскам, красоте и по фотогеничности, я бы сказала. Классическая суббота для тебя, идеальная суббота. Какая это суббота? Не, ну ты нашла, что спросить, когда я работаю, понимаешь? Задумайся о своем. Давай отдыхе. Помечтаем. Выспаться. Поесть и еще выспаться. Опять поесть? Ну, опять поесть и пойти погулять. А, какая грустная суббота, ну ты че? Почему? Ну, давай хотя бы вместе гулять тогда уже в субботу. Не, ну это ж я имел в виду только выйти, а потом уже процесс пойдет. Мы очень надеемся на то, что когда-нибудь у тебя действительно будет идеальная суббота, и, возможно, ты тогда вспомнишь телефоны ведущих программы «Пати Тайм» и с удовольствием их пригласишь на фотосет. I'm falling in love, forgetting the hurt in the world, all the hurt in the world. Protecting my heart, but still letting go of my feelings, go. Только дают карточки, поэтому мы вас поздравляем с этим. Алин, смотрите, сегодня суббота, около 12 ночи, и мы сегодня с вами находимся в Компасе. Вот все-таки для вас самое стандартное проведение субботнего вечера, это какое проведение? Если честно, я всегда посещаю Компас, тем более, что у меня такое мероприятие, у меня сегодня день рождения. Вот, и поэтому, ну, как бы не сегодня, два дня назад было, но я решила отметить его в Компасе именно сегодня. Такие мероприятия обычно мы с моими друзьями привыкли отмечать именно в этом заведении. Как бы атмосфера, музыка, интерьер, все подходит. Идеальная суббота. Какая это суббота? Вот прямо от начала и до конца дня? От начала и до конца. Значит, ну перед этим посидеть в каком-нибудь ресторанчике с подругами. Начнем с подругами.
Затем, значит, прогуляться на какой-нибудь набережной, подловить, так сказать, хорошеньких парней. Вот. И после этого, конечно же, прийти сюда, в это прекрасное заведение. Но это мое мнение. И, кстати, мнение моих друзей. Прийти сюда, выпить, отдохнуть, потанцевать, принять участие в любых программах, конкурсах. Я считаю, что это идеальная суббота. Мы хотим в СССР, войти, где наши души. Мы хотим в СССР, и вот купить покушать. Хотим назад в СССР, даешь страну советов. Мы хотим в СССР, страну, которой нету. Мы хотим в СССР, хотим назад в СССР. Мы хотим в СССР, мы хотим назад в СССР. Продайте хоть один билет. Мы хотим в СССР, страну, которой больше нет. Добрый вечер, девушки. Рада вас сегодня видеть в Компасе. Не случайно, я думаю, встреча, суббота, ночь, Компас. Приблизительно такая цепочка у нас выстраивается. Как часто посещаете это заведение и, собственно, есть ли в нем какая-то изюминка, на ваш взгляд? Да, мне нравится Компас, потому что здесь всегда собирается много людей. В основном вся молодежь, потому что это более студенческий клуб. Ну, в общем, здесь круто, молодцы ребята, развивайтесь. Девушки, смотрите, мы сегодня говорим вот про субботу. Ну, вот такая вот странная у нас сегодня тема немножечко. Что для вас есть идеальная суббота? Как ее нужно провести вот от начала до конца, я бы так сказала, чтобы действительно она запомнилась и осталась вот в ваших воспоминаниях, как хороший день? Просыпаемся мы утром и открываем глаза в незнакомом месте, выпиваем чашечку кофе и едем домой. Ого! Я бы сказала, неожиданная. Сценарий субботы такой. Говорит, проснемся утром в незнакомом месте, понимаешь? Мне нравится, девушки. Девушки, давайте немного пофантазируем, что такое идеальная суббота, как она должна пройти с самого утра до вечера? Ну, во-первых, выспаться, это во-первых. Во-вторых, провести какие-нибудь косметические процедуры. А в-третьих, конечно, пойти погулять, потанцевать, оторваться с друзьями, с хорошими, людьми, которыми просто приятно провести эту субботу, потому что суббота — это такой день, вот, когда ты отдыхаешь, когда тебе завтра не надо на работу. Все как-то прекрасно. Put your hands up in the air. Say, hey, hey, hey. Put your hands up in the air. Say, hey, hey, hey. Put your hands up in the air. Say, hey, hey, hey.